Здравствуйте, это программа «Коммунальный патруль». Меня зовут Кирилл Политов. В ближайшие 5 минут все самые заметные новости недобросовестной работы сферы ЖКХ края. Коротко о главных темах. Раскопать раскопали, восстановить забыли, как долго Барнаульская улица ждала ремонта. Утонуло в мусоре, какая площадка требует пристального внимания коммунальных служб. Территория вокруг, почему бичане пытаются выяснить, кому принадлежит земля рядом с их домом. Сразу две истории на этой неделе получили продолжение. Одна со знаком плюс, другая со знаком минус. Предлагаю начать с положительной. Так вот, автолюбители Барнаула все же дождались очередного ремонта, очередной разбитой дороги. Речь идет про улицу Промышленную. Там еще несколько месяцев назад одна из компаний провела земляные работы. Да так, что после них эту дорогу водители стали объезжать стороной. Теперь здесь новое полотно на одной из частей. Та самая, что еще совсем недавно напоминала скорее решето. Дело было в трубе, коммунальщики раскопали территорию, залатали те самые трубы и словно забыли восстановить все обратно. В итоге Промышленная оказалась усыпана ямами. Местные жители даже начали борьбу с фирмой, которая устроила раскопки. Там еще более-менее, а здесь вообще машины здесь у меня стоят. Вот. Им вообще не разъехаться здесь ничего, потому что, ну да, одна полоса как бы. Гладкая, ровная поверхность, теперь можно проехать без ущерба для подвески автомобиля. Правда, ремонт еще не закончен, осталось залатать лишь небольшую часть. Сейчас идет восстановление колодцев. Вот такая история со счастливым финалом для автолюбителей. Теперь о той, что со знаком минус, речь на этот раз пойдет об очередном мусорном контейнере, который с периодичностью раз в месяц напоминает о себе. Все потому, что, говорят местные жители и коммунальщики, здесь нечастые гости. Главное желание горожан из этого микрорайона, чтобы водители-мусоровозы подкорректировали график визитов на пересечение улицы Водопроводной и Школьной. Сюда словно переехал городской полигон ТБО. Ответственные за чистоту, похоже, не торопятся разгребать завалы. Проблемы в самих горожанах, говорят одни, другие все в тех же коммунальщиках. Глядя на эту территорию, складывается ощущение, что мусор здесь был всегда. Специфический запах прилагается. Контейнер есть, вот только опустошается он редко, добавляют барнаульцы. Правила эксплуатации жилого фонда внесено такое постановление о том, что обслуживающая организация должна строго следить за обслуживанием дома. Вывоз, утилизация мусора – это обязанность управляющей компании следить именно за этой коммунальной службой. Только с 1 октября она становится жилищной услугой. Поэтому если управляющая компания недобросовестно относится к данному виду услуг, то, естественно, сначала обращается в управляющую компанию, пишется претензия. Если управляющая компания не реагирует, есть жилищный надзор, жилищная инспекция, можно написать обращение туда. Все бы ничего, но эта история словно сериал, где, похоже, в финальной серии так жителей не дождутся. Далее идет история из Наукограда. Слово нашим бийским коллегам. Сегодня старшая по подъезду, в прошлом домком, Нина Григорьевна знает все больные точки своего дома. Сетует, почему нас никто не слышит, мы же хотим, чтобы было как лучше, причем не только для нашего дома. Объездная, внутриквартальная дорога, окружившая дом, действительно давно не видела ремонта. Примыкающая к парку 50-летия ВЛКСМ, она наполовину заросла и выглядит заброшенной. Эта дорога получается ничейная, дому 50 лет. Вот эту бордюрину когда-то еще наш дворник, он тут живет, тут он ее как бы подчищал, вот эту грязь, трава не росла, бордюры к праздникам белил, красил ли как, но белое было. Эту дорогу вообще никто никогда не чистил, вот эту сторону, она теперь ничейная. Обращались в администрацию, сказали, что это не ваша, не наша, она ничейная дорога получается. Беспокоит жителей и состояние дороги, ведущей к школе. За ее уклоном уже давно никто не следил. В ямах после дождя образуются лужи, и они кольцом окружают дом. В преддверии осени жители закупаются резиновыми сапогами и вновь задаются вопросом, как по лужам будут прыгать школьники. Заливает все водой. Буквально, ну, мы плывем. Мы-то ладно еще, но вот когда идут дети маленького первоклашки, они тут, значит, скачут, как, я не понимаю, как это можно допустить такое. На этом у нас все, давайте прощаться, увидимся ровно через неделю. Напоминаю, телефон редакции Барнауля у нас прежний, 722-301, звоните. До новых встреч! Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов. Поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Эко Сибирь» просто и выгодно.